Мы против! О мусоросжигательном заводе не только митинговали, но и писали обращение лично Рустаму Миниханову. Вопросов много. Почему здесь? Зачем это нужно? Кто будет контролировать? Сегодня позицию президента официально озвучили, отметив, что строительство таких комплексов невозможно без соблюдения ряда экспертиз и законодательства. Президент Татарстана Рустам Миниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и получения одобрения на проект международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода приниматься не будет. Напомним, инвестором завода взят за основу проект швейцарско-японской компании, которая только в Германии построила 133 подобных предприятия. Для обсуждения строительства в Татарстане поручено сформировать инициативную группу, куда войдут местные жители и эксперты. Для них устроят экскурсии на подобные заводы в других странах. В ближайшие дни планируется встреча мэра с этой инициативной группой. Совместно они будут принимать решения в отношении того, какие заводы посетить и какие объекты посмотреть, уже ныне существующие и функционирующие. Также президентом республики дано поручение мэру Казани детально разъяснить инициативной группе ситуацию со строительством мусоросжигательного завода, раздельным сбором мусора и состоянием мусорных полигонов. Такая встреча намечена уже на эту неделю. О времени и месте сообщат дополнительно. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.